Крымский федеральный университет принимает гостей. ВУЗ посетили члены из Борского клуба. Делегация встретилась со студентами и сотрудниками КФУ, крымской молодежью, политиками, деятелями культуры и СМИ. Визит посвящен движению русской мечты. Мы исходим из того, что если существует народ, то у народа есть мечта. И как только пропадает мечта, исчезает народ. Мечта – это некое светящееся впереди какое-то чудо, какой-то идеал, к которому стремится народ. Председатель Изборского клуба Александр Проханов – автор идеологии о русской мечте. Ее формула заключается в справедливости и величии государства. А формируется такой идеал в народном сознании именно во время общения и подобных встреч. Сейчас мы точно можем сказать, что социальные технологии очень действенные. И результат мы видим – Украина, мы видим Крым, мы видим Россия, мы видим западный мир, который за короткий промежуток времени может перестраиваться с одного состояния в другое состояние, благодаря, по сути, информационным технологиям. Потому молодежи важно разбираться в таких технологиях и осознавать, где их мир и правда, уверен ректор КФУ. А желание развивать свой мир Изборский клуб готов поддерживать. Миссия движения русской мечты – помогать реализовывать инициативы граждан по улучшению страны. Встречу назвали «Формула русской победы». В завершении визита Александр Проханов вручил ректору КФУ книгу об идеологии русской мечты. Турне по России Изборский клуб начал в этом году от Пскова. Завершит 26 мая в Севастополе. Яна Дученко, Сергей Мельник, пресс-служба Крымского федерального университета.